Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». И вначале расскажем о погоде. Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза, ветер восточный 6-11 метров в секунду и порывы будут до 18. Температура ночью 12-17, днем 22-27, местами сильный дождь с грозой и градом. А в горах ночью плюс 5-10, днем 13-18. В Черкесске кратковременные дождь и гроза, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 15-17, днем 25-27 градусов тепла. Умеренные физические нагрузки – залог здоровья, и чтобы быть в хорошей спортивной форме, необходимо только побороть свою лень. В Теберде за последние 2 года строится уже 2-я современная универсальная спортивная площадка. Из города-курорта репортаж Аллы Динаевой. В северном микрорайоне Теберды на территории первой школы, которая носит имя просветителя и художника князя Исламбея Крымшамхалова, по федеральной программе развития физической культуры и спорта строится современная спортивная площадка. Это самый густонаселенный микрорайон живописного города. А комфортного места для занятий различными видами спорта для жителей здесь не было. А сейчас горожане наблюдают за ходом строительных работ спортивного объекта. Мы ждем с нетерпением открытия этой площадки. Как бы очень большое благое дело. А одна площадка у вас есть уже в Теберде, да? У нас, хорошая. Да, в районе Поляны, в районе средней школы номер 2, там открыли площадку в том году, большое поле. Там одна часть детей собирается, здесь другая будет часть детей собираться. Расскажи, сколько тебе лет и ты любишь футбол? Я люблю футбол, мне 4 года. А вот здесь будет площадка, будешь приходить играть в футбол? Да. Да, какой ты малый. А кто из футболистов тебе нравится по телевизору? Вот ты смотришь чемпионаты мира по футболу? Нет, не смотрю. Смотришь, ты играешь, да, пока сам? Да. Какой ты молодец. 30 на 60 метров – площадь строящейся универсальной спортивной площадки. Основание уже готово, а сверху покроют резиновой стружкой, рассказывает глава Теберды Аслан Канаматов. Строителям еще предстоит провести освещение, построить ограждение, установить спортивные элементы, футбольные ворота, баскетбольные щиты, волейбольные столбы. На которой будет у нас, значит, футбольное поле, волейбольное поле и баскетбольное поле. Строительство данной площадки началось недавно, это в начале июня, но в связи с пандемией нам чуть-чуть пришлось приостановить работы. К концу августа планируется сдать. И уже к началу нового учебного года для учащихся первой школы Теберды будут созданы комфортные условия для проведения уроков физической культуры. И, возможно, эта площадка станет излюбленным местом для горожан, ведущих здоровый образ жизни. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Теберда. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы Карачаевской редакции, а в 14:30 – «Вести» с Ашемезом Пхешховым. Удачного вам дня и встретимся завтра. Хочешь получить качественное образование, владеть несколькими иностранными языками и быть востребованным на мировом рынке труда? Поступай в ПГУ, не выходя из дома. Приемная комиссия работает в режиме онлайн. Подавай документы через официальный сайт вуза. Поступай правильно. Поступай в ПГУ. Незабываемый отдых в Крыму. Феодосия, Судак, 6 дней. И все направления Краснодарского края. Геленджик, Дивноморск, Архипоосиповка, Джугба. Обращаться по телефонам 8-928-03-04-366, 8-963-283-05-15.